салон Рафаэлы? Что? Нет! Нет! Шармута! Пожалуйста, Дебби проходите. Ушла. Что? Извини. Клод, ты об этом знал? Я должен был тебе сказать. Она стала искать новую работу после того, как приходили те ребята с арендой. Так чего же ты молчал, сын шакала? Мяу-мяу-мяу-мяу. Не волнуйся, я никуда не уйду от тебя. Ты хороший парень, Хабиби. Я просто не знаю, что делать. Погнали? Скрэппи, у меня и так проблем хватает. Я не проблема, я решение. Я справлюсь. А если ты облажаешься, Скрэппи? Я не могу себе таких вещей позволить. Не-не-не-не-не-не-не. Я не облажаюсь, я в этом деле лучший. А, я да, тебе говорил давным-давно. Давишь, я справлюсь, потому очередь, что у меня есть упорство и желание. Не-н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 е. Послушай меня. Ты только о себе и я думаешь. Со давай не будем ругаться при клиенте. Бубале. Миссис Китцер, к сожалению, у нас сегодня только один парикмахер. Вы не согласитесь подождать Клода? А он не может? Он не в штате. Ну и прекрасно. Я не против, если только Далия не возражает. О, хорошо? Да. Ты никогда не пожалеешь о своем решении. Миссис Китцер, давайте стричься. Откиньтесь, миссис Китцер. Я обо всем позабочусь. О, спасибо. Вам спасибо. Таких сексуальных женщин надо баловать. Я сексуальная, ну да. Не нужно скромничать. У вас попочка и бюст, как у школьницы, и вы это знаете. И все остальные это тоже знают, поверьте. О. Да. Позвольте мне снять сережку. Я в восторге. Ну, конечно. О. Я сделал вас гладкой, как шелк. Я же говорил. Ладно, Скрэппи. Можешь стричь сегодня клиентов Дебби, если они захотят. Спасибо. Я займусь вами, как только закончу с миссис Китцер. Неужели это все, миссис Китцер? Давай, детка, лучше! Да! Да! О! Следующий!